Авиаудары по так называемой сирийской столице исламского государства Раке унесли жизни 25 мирных жителей, среди них шестеро дети, сообщили в среду активисты наблюдательного пункта за правами человека в Сирии. Десятки человек также получили ранения, многие находятся в критическом состоянии. Кто произвел авиаудары во вторник, российская или сирийская авиация, на данный момент неизвестно. Исламскому государству удалось вернуть себе крупные территории в Мухаффазе Раке, ранее отвоеванные государственными войсками и оппозицией. Авиаудары были произведены сразу после контратаки боевиков. В воскресенье и понедельник Дамаск потерял порядка 40 военных и ополченцев в столкновениях с ИГИЛ.